задолбали уже. Третий день лежу, и гладят меня. Задолбала уже. Ой, какая красота. Зарядка — это сила. Да ты шо? Сила во всем моих лапоньках красивых. Я буду сильный, мужественный хомячок. Чок-чорок-чок-чок. Кто бы говорил? Я, когда вылезу с клетки, обгрызу ей полкухни. Я мечтаю... Ты ж помнишь, как ты по этому получил, когда... Плачу. И куда ты прёшься? Да ты же... Куда надо? Обалдеть, вы видели? Понял. Офигеть, а я кручу не в том направлении, получу-то надо было сверху залазить. Да. Вот это ты крутой, конечно, слышишь? Угу. Но у меня получится, ребят, я все смог. Я этот самый нашел тут, короче, спрятанный людьми сухарик. Кого? Я... Людьями? Людьями сухарик. Я добыл его сам. Я нашел. Кто бы говорил? Он мне, правда, в рот лез. Вообще-то себе только что хозяйка дала. Неправда, я нашел. Нет, Ринга. А теперь пойми, что меня вот ты никогда не поймешь, а не пошикой. Привет, шушеный. Так. Я найду сейчас выход. Я убана. У тебя так очень много, что сейчас яйца отвалят. У меня щека отвалится. И куда? Куда ты? Я куда надо. Это вообще-то мой туннель был. Ты что меня сдаешь постоянно? Ну потому что ты хитришь, ты крыса. Это моя нора была, ребята. Она его туда забрасывает, он вылазит. Ты сдашь мою дырку, и я потом не смогу сбежать отсюда к тараканам в гости. Ха! Ха! Залазь назад, ну пожалуйста. Не хочу. Не, ну, ребят, ну так нечестно. Чем нечестно? А она за мной проследит. Ты моих нычек никогда не знаешь и не будешь знать, потому что я... Так ты ж мою сдашь нычку, и потом хана будет. Я не смогу сухари оттуда достать свои, понял? А тараканы потом что, сожрут все мое? Пройдите, наказали тебя, так тебе и надо. Кто наказал? Наказала тебя хозяйка. Ай, не скажешь, ребята, трындит он. Нифигалики он не залез, они его туда засунули и закрыли его нафиг там. Сказала хозяйка, нефиг жрать мои обои. И заклеила дырку, кстати, мою. Из-за тебя. Чтоб ты знал. Чтоб ты знал. Заклеила чем? Дошиком? Дошиком. Как ты помнишь, как она туалет дошираком починила? Помню. А еще она, помнишь, этот самый бросает почему-то такие штуки, которые напухают. Они же вкусные. Зачем она их туда бросает? Какие не... штуки? Да эти же. Ну как они? Я не помню. Ну, не так раз ее надулись. А. Шарики. Дербизы эти. А. А чем они вкусные? Ты что, дурак, что ли? Да вкусные! Я наелся, живот раздуло. Думаю, боже, как замечательно. Кушать не надо. Да ты что, потом сдохнуть так можно. Можно, да? Да. А, я не знала.